Хэшки, ребятки, с вами Лекс, продолжаем играть в жизнь ютубера. И мы, кстати, купили телефон, я не знаю, почему на нем нет камеры. Это очень плохо, но ничего, ничего. Главное, что мы хотя бы купили этот чертов телефон. Мы отлично провели время с Гилберто. Кто такой? Так, Лерой, не хочешь прийти поиграть во что-нибудь? Что это за фигня? Я думал, они будут там кидать свои видео и прочее. Смотрите лучшие моменты в Фейлбу. Я не могу посмотреть, черт возьми. Меня обманули. Посмотрите обязательно мой обзор. Так, вы увидите, как бы здесь реклама. Реклама. Благодаря этому телефону мы сможем тебя рекламировать себя в социальных сетях. Это круто. Так, ну что ж, давайте сделаем новую видеоколлаборацию. Ты еще обнаглела, что ли? Давай поговорим тогда. И дальше мы уже снимем коллаборацию с тобой. Я надеюсь. Я надеюсь, ты готова будешь на это. Пойти. Правда, она какая-то неадекватная, постоянно ржет. Но веселые люди, как ни странно, на ютубе как раз таки воспринимаются адекватно. То есть, которые даже ржут. Со всего просто. Просто со всего. Так, взаимодействовать на видео. Да, мы можем уже взаимодействовать. И теперь. Ага. Вот вам. Вот вам и игры. Так, мы не будем взаимодействовать, мы будем продавать все игры. У меня их слишком много накопилось, ребят. Они мне нафиг не нужны. И, в принципе, они стоят неплохих денег. Почему бы их не продать? Тем более, сейчас выходят новые игры, надо бы покупать бы их. А вся, почти все полки у меня заняты этими играми. А такого не должно быть. Просто-напросто не должно. И поэтому мы сейчас все и удалим. Продадим, точнее. Мы же не просто удаляем их, а именно получаем за это какую-то долю процентов от покупки. То есть покупали мы за 60 баксов, получаем 15. То есть ровно сколько, 30%? Ну, около этого, в общем. Так, и что? 25% получаем. Так, смотрим, что у нас тут есть. Заниматься шопингом. У меня есть 279 баксов. Это очень круто. Сейчас посмотрим, какие новые игры есть. С лучшим рейтингом. Lazy Boy. Плохой. Call of Fury. Call of Fury. Давайте купим его. И отлично. Это как Call of Duty, только Call of Fury. Так, поздравляем, выше 666 посетитель. Удалить. Это понятно, что это спам. Так, взаимодействовать на видео. Господи, зачем? Зачем я это нажал? Вот, теперь можно нажать. Хотя нет, давайте запишем летсплей по этой игре. Прямо сейчас. И сразу же после этого запишем кооператив.
в гости, да, она до сих пор здесь сидит у меня. Даже не отходит от меня. Прикольно. Странно немного, но прикольно. Так, идем спать. О, моя подруга пригласила меня в кино. Ну да, мы пойдем с тобой в кино, конечно. Только я должен буду отдохнуть и насытиться. Я надеюсь, моя подруга вот это не уйдет новое. Так, и разумеется, мы с тобой, конечно, сходим в кино. Заодно посмотрим, есть ли там ютуберы, блогеры. На премьере этого фильма. Все, окей, идем. Ужасный монтаж. Я не могу поверить, что кто-то делает такой плохой монтаж. Скорее всего, именно вот так вот написали. Что, початится? Мы с тобой идем в кино. Сама только что говорила, пойдем в кино, и теперь хочет початиться. Ты издеваешься надо мной? Так, смотрим, что у нас тут есть. Посмотреть профиль. Надо искать людей. Ну, вы уже знаете, как это делается. Так же, как и на дискотеках. Абсолютно так же. Но не думаю, что здесь будут блогеры. Ну, ютуберы. О! Ютубер. Ютубер, ребят. Привет, ютубер. Так, пока смотрим другие профили. Может быть, найдем кого-нибудь еще. Это навряд ли, на самом деле, найдем. Но в любом случае, попытка не пытка. Так, и последние лица. О, еще один. У него мода почему-то прокачана. Первый раз вижу такого моду с модой. А, это, видимо, у него... Не знаю, не знаю. Надо с ним тоже, кстати, немного подружиться. С ним надо хорошо подружиться. И с ним. Или с ней, да. С ней, да? Да. 49 уровень у нее мода. Я думаю, это того стоит. Знаете, так выглядит, как будто они вместе разговаривают, они просто стоят. Они ж просто стоят. Ну поговорите вы друг с другом, зачем вы смотрите друг другу в глаза? Поговорите просто. Ну все, это я не знаю, как называется вообще. Вообще нормально, блин? Ладно. Упустим этот момент. Очень долго почему-то мы с ним контактируем между собой. Но главное не потерять и вот эту вот девушку из вида. Потому что если мы ее потеряем, вот она как раз таки куда-то пошла, то все. То мы уже не сможем ее найти. Видимо, я понял. А, все, ну да. Я понял, ребят, как это действует. То есть вот на таких мероприятиях мы не можем с ним нормально подружиться. А, к примеру, на дискотеке мы можем без проблем и танцевать, и все на свете. Подружиться там нормально можно. Здесь мы только познакомились. Прикольно, прикольно. Прикольно придумали, очень прикольно. Так, профиль. Так это мужик? Вы серьезно? С розовыми волосами? Ну ладно. Не мне его судить. Его дело. Его дело ходить с розовыми волосами или нет. Кстати, надо будет попробовать сейчас, когда мы придем новый пиар, новый вид пиара, это через телефон. Публикация того, что я записал новый ролик. Да, именно так мы и сделаем, скорее всего. Ну все, сейчас немного вот эти три раза еще поговорим и свалим в кинотеатр уже сам. Сам в кинотеатр. У меня 79 тысяч подписчиков. Сейчас мне наконец-таки будут говорить то, что вот, я рад, что вы пришли к нам в кинотеатр. Спасибо, что сфотографировались на фоне этого плаката. Или что это? На фоне этого полотна. Сейчас посмотрим. Просто до этого он мне говорил, вот этот охранник, то, что вы не слишком популярны, лучше проходите дальше. Так, спасибо, можешь выходить, ты еще не очень известный. Что?
79 тысяч подписчиков, между прочим. Я не очень популярен, да это ты не очень популярен, ты вообще никто. Ты стоишь тут и делаешь вид, то, что ты себя представляешь. Да я шучу, конечно, на самом деле. На самом деле, он лишь охранник. Чего мне к нему приставать? Так, минуту, до минуты ждем. Я ухожу. Все, готово. Очень классный фильм, мне очень понравилось. На уровне Варкрафта или даже Бэтмена против Супермена, который всем не понравился, как и Варкрафт. Большинству не фанатов, именно обычных юзеров, вот эти фильмы краски не понравились. Так, смотрим, что дают вот эта фигня. Наверное, по этой линии нужно было идти. А здесь что? Заполучить подписчиков своих друзей с помощью... Нет, я правильно пошел. Давайте сначала вот это прокачаем. И потом, когда у меня появится еще новый перк прокачать, я прокачаю вот эту. То есть, если я появляюсь в их видео, то мне за это... А вот, кстати, хэштег. 130 баксов. Публикуем. Классно, классно. Мы все-таки с вами в этом видео много всего нового попробовали. И как раз-таки попробовали новый вид пиара. Это очень круто, я считаю. 82 тысячи подписчиков. Тоже очень круто. В общем, ребят, я не знаю. Я надеюсь, вам серия понравилась. Сейчас я пойду, наверное, обучаться, потому что я элементарные вот эти вот начальные этапы так не прошел. Хотя мне нужно как бы их пройти. Но денег, видите, нифига опять нет у меня. Но, в принципе, мне Call of Fury должен принести хоть какую-то копеечку в мой карман. И сейчас мы пригласим, ну, это уже будет в следующей серии, пригласим мою подругу опять. И будем с ней опять снимать видео. Или пригласить все-таки лучше того чувака. Давайте посмотрим. Прямо сейчас. Вот этот чувак, вот он. Смотрим, что у него. 14. Игра. Игра 14. А здесь игра 15. Лучше тогда ее приглашать, правильно? Тем более мы с ней уже довольно хорошо общаемся. Давайте прямо сейчас ее пригласим. И в следующей серии вы уже... Увидите, как мы с ней снимаем коллаборацию. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, поставьте лайк. Я буду этому очень рад и благодарен вам. И надеюсь, что вы и подписались на меня. Если до сих пор нет, то подписывайтесь. И не забываем оставлять комментарии, помогать мне. Я же все-таки не супер профессионал во всех играх и не во всем разбираюсь, как хотелось бы. И надеюсь, вы мне все-таки поможете в том, в чем я не разбираюсь. Пишите свои комментарии, я всегда их читаю. Не забываем подписываться в паблик ВКонтакте, там вся информация по деятельности на моем YouTube-канале. А с вами был Лекс, всем добра!